Привет, друзья, подписчики и зрители канала, меня зовут Висконти, и мы продолжаем играть в игру Mad Max. Мы наконец-таки набрали 10 лайков за предыдущую серию. Но для того, чтобы посмотреть третью серию, нам придется набрать 15 лайков. Итак, что у нас здесь? У нас здесь гоблин. Давай, говори. Эй, чувак, говорит. У меня такая идея крутая. Мы можем поставить на нашу машину гарпун. И теперь нам нужно его найти. Так, я знаю, где он лежит. Давайте посмотрим. Так. Вот он должен там. В кровати у жестянщика, у нашего гоблина. Давай, бери. Я же нашел. А вот он, гарпун. Окей. Типа нам сначала нужно там все собрать. А потом уже прийти за гарпуном. Интересно, зачем ему гарпун в кровати? Так, здесь много всякого железа. Давай берем. Все собираем. Так, все еще есть. Так. И еще давай. Отлично. Так. Окей, сейчас то надеюсь, он возьмется. И давайте наберем воды. Источник воды пуст. А что, он сам-то не набирается, что ли? Так. А вот и гарпун. Ладно, окей. При помощи гарпуна мы сможем сносить разные баррикады и также его использовать как оружие. Так, ну что ж, давайте модифицировать машину. И... гарпун. Окей. Окей, давай. Гарпун установлен. Еще мы можем сделать таран. Давай. Так, а что, а о чем мы таран-то не можем сделать? Можем же. Так, сделали таран. Но в принципе все. Хорош пиздец, поехали уже. Так, окей. Садимся в машину. Давай. Нажимаю R, давай, садись, поехали. Такс. Сейчас мы испытаем наш гарпун. Начнем с дальнего. И потом поедем дальше. Мы можем использовать гарпун, можем просто использовать таран. Так, и вот у нас лол. Давай. Выходи и бери все, что тут есть. Что это у нас такое? Что-то похоже с какой-то фильтр. Так, взяли. Машина у нас не повредилась. Раз наш друг ее не чинит. Давай вторую. И давайте попробуем использовать гарпун для этого чучела. Или что это такое? Что? Все нормально. Я уже испугался, что он не сломается.
Че за сранец сидит, блин, в машине? Мне, чтобы выбежать и принести мне гарпун. И всякий лом, который там лежит. Поехали. У нас еще один. Еще одна точка. Смена оружия, это мы знаем. Стреляй. Так, отлично. И нужен сильный рывок. Так. Но здесь ничего нету. Окей. Окей, поехали дальше. Это что, у нас четвертая точка или что? Так, обзорный пункт. Так, сын, давайте выходим. Какие-то корабли. Здесь раньше было море. Это вообще, по-моему... Ну, для самолета слишком большой. Так, давай, помечаем цели. Решетка, снайпер. И горлан. Так, и вот эту вот насосную станцию нам нужно уничтожить. Ну что ж, давай. Хорош. Садись уже. Ух ты, бляха, муха. Машину повредил, но ничего. Я думаю, все будет хорошо. Для начала убрать снайпера. Поехали! Все чисто. Так, для начала, чтобы проникнуть, нам нужно уничтожить вот эту херню. Бах, с топливом. Так. Ну и сейчас используем таран. Давай. Не, ну мы можем же сломать ее. Бля. Водила. Я, по-моему, должен ее сломать. Отлично, все нормально. Пока мы вылазим, он должен починить машину. Вернее, заняться сексом с машиной. Ну что ж, ребятки, уничтожить горлана для начала наша цель. Оу, досталось. Давай со всеми разберемся. По почкам ему. Опа, мне досталось. Так, ну что ж, я не успел этого засранца. Так, вот так надо было сделать в самом начале. Так, окей, собираем железячки. Здесь у нас что? А здесь у нас фотография нашей семьи. Давайте повернем, что ли, ее прочитаем. Что на задней стороне? Перевод. Макс, нам тебя не хватает. Возвращайся поскорее. Угу. Ну что ж, одну часть мы нашли. Так, давай. Ломай, ломай. Я не понял, что такое? Так, и тебя мы... У него ножик.
Бедные, бедные дети, которые смотрят. Чем это в желтом? Так, окей, с этими разобрались. Ножик, ножик, давай. Не можем взять. Но у нас, по идее, должен быть ножик. Так. Сейчас поднимется буря. Эмблема банды. Берем все. Берем все, ребята. Так, что дальше? Вода. Надеюсь, ее там много. Так, даже фляжка не наполнилась. Ну что же делать-то? Так, попили. Так, что у нас здесь? Вообще нифига не видно. Вот там лом. Надо будет его взять. Так, где-то здесь был, да? Вон. И здесь патроны пригодятся. Так, что? Сейчас вниз. И еще вниз. Так, окей. Окей, окей. Ой, это что такое? Опять он? Этот чувак с тобой еще встретится сегодня. Так, что здесь у нас? Лом 4 из 10. Нам нужно найти. Так, здесь у нас что? Патроны. И эмблема. Которой уже нету. Пока все нормально. Так, какая-то лужа. Давай, пошли. Ищем выход наверх. Правильно ли мы идем? Я вот немножко не понял. Тут можно заблудиться. Так. Что тебе нужно? Время пришло, скиталец. Твой путь... Has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. Этот чувак немножко похож на персонажей из Far Cry 4. Если вы помните, торговцы ходили по улицам. Так, о, буря закончилась. Так, ну что ж, ребятки, давайте. Что у нас есть? О! О! Черт! Камень долетел, пуля не долетела. Халим новостенько. Тихо, тихо. Их много. Я справлюсь, я нет. Он встает. Давай его мочи, как ты можешь это делать? У тебя же в крови адреналин. И закись азота. Давай еще, я бы еще ему ударил. Но он сдох раньше. Так, ну что, что здесь у нас есть? Обыскивайте трупы, как говорили в первой серии, но не у каждого есть. Такс. Эмблема. Которую нужно сломать. Все. И насосная станция, которую нужно нам вывести из строя.
Требуется канистра. Так, берем канистру. F. И подкидываем, давай ее. Вот так вот. Отлично. Лагерь с нефтяными насосами сломан. Так, окей, давай продолжаем. Так, окей. Что здесь еще есть? Нету? Так. А, мы вот там еще не были. Давай. Тут запчасти. Есть. Все, больше ничего нет. Так, и здесь у нас нифига. Давай, лезь. Что у нас здесь? А здесь у нас тоже запчасти. 7 из 10. Так, ну что же, ребята. Здесь нам делать больше нечего. На. Why stall our work on the Magnum Opus? It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors old chum. And you need both of us. Ой, я бы пристрелил его. Такой гоблин с нами ездит. Фу. Так, что у нас точка новая? Так что здесь ничего. Так, окей, нам дальше не проехать. Оставайся здесь, я скоро приду. Следи за машиной. А мы пойдем посмотрим. И встретимся с этим странным мужиком, который нам попался в туннеле. Ну, солнце-то припекает. Надеюсь, у него есть вода. Хотя у нас есть вода. В принципе, не проблема. Так. У Макса какие-то проблемы с суставами. Я вижу, что у него какой-то этот... Насадка на колени. Вот ты где. Роешь песок, проливаешь кровь, собираешь осколки прошлого. Но, похоже, это надолго разговорчик. And you begin. You've purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain, before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you, at June after June of drifting, half-forgotten terrors. You flee them always, these past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason, deep inside. Twisted around horrors from which you run lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you damned go yourself, and lay bare your true promise. И пиздец нам пришел. Так, это наша прокачка. То же самое, что и с машиной. Мы можем прокачивать свои навыки. Давайте. Контроль эмоций. Выбрали, это выбрали, это выбрали. Но в принципе все. Что-то маловато.
Я рассчитывал на большее. Что ж, ребятки, серия подходит к концу. Ставьте лайк, чтобы вышла новая серия. Нужно 15 лайков. Наберем, я думаю, не проблема. Так, опа, 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 опа. Это что такое? Что за две тачки проехала? И где наша машина? Ах ты, страшный гоблин, угнал у нас машину. Где машина? Так, сигнал жестянщику, нажать цифру 2, давай. А это что за бутылка поехала? Any trouble? Карса. Bad guys, huh? Sneaking, spying, wanting to steal her away from us. I had to take her. Наверное, он ездил на автомойку, помыл машину. Yes, yes. Так, ну что же, мы едем в наше убежище. We've done righteous work, Saint. We have what we need to install the nitrous boost. Оно достаточно близко. Установить два заряда нитро в гараже. Давайте. Отлично. Так. Установить два заряда нитро в гараже. И что? И где? В любой момент, персонаж же выбор времени паузы. Гараж. Окей. Давайте. Все. Это мы сделали. Ну что ж, ребята, я надеюсь, вам серия понравилась и вы поставите лайк. А с вами был Висконти. Всем пока.